Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня у нас опять старый задний фон. Дело в том, что это видео не удалось записать днем. Короче, сегодня у нас новостной выпуск. И первая новость — это то, что... плохая новость. В том, что на следующей неделе новых видео на моем канале выходить не будет. Но на после следующей будет. Дело в том, что в понедельник, 14 июня, рано утром я уезжаю на Алтай. На Алтай и вернусь только поздно вечером в субботу, 19-го. Там будет, среди нас будет компания из 12 человек. Я обязательно сниму, ну, по крайней мере, постараюсь, сниму вот там эту поездку на Алтай, где я там побывал, все такое. Сделаю про это видео, конечно же. Так что не теряйте, не переживайте там за меня, все такое. Ладно, вторая новость. Вторая новость тоже плохая. Она касается Ютуба и его новых условий. 21 мая этого года Ютуб мне прислал письмо, где было сказано, что 1 июня, то есть уже они идут, эти условия, что новые условия Ютуб будут. Среди этих условий меня больше всего затрагивают вот эти условия. Теперь дело в том, что реклама будет появляться абсолютно на всех видео Ютуба. Даже на тех, которые не подключены к партнерской программе. Каналы, я имею в виду. Даже те каналы, на которых там подписчиков и 10 нету. Даже там будет теперь реклама. В общем, раньше, до этого, до 1 июня, реклама была именно на тех каналах, которые были подключены к партнерской программе, к монетизации. И авторы этих каналов с этой рекламы зарабатывали бабки. Не такие уж и плохие, кстати, бабки. Еще зависит от количества подписчиков, просмотров, лайков и всего такого. Теперь реклама будет появляться даже на других видео. Однако деньги за эту рекламу будет получать сам YouTube. Сам YouTube. Те каналы, на которые не подключены к партнерской программе и монетизации, рекламу за них будет получать сам YouTube. Жирновато, не так ли? А те, кто уже зарабатывает, те, которые подключены к монетизации, тоже затронет одно изменение. Дело в том, что теперь определенная часть дохода ютуберов будет уходить американскому государству в качестве налога. То есть они зарабатывать будут меньше. То есть налоги, какой-то там, как YouTube сказал, какой-то там у них новый закон, что теперь налоги берут даже с ютуберов. И раньше вот как они там налоги собирали с жителей США, естественно, соответственно, теперь они будут собирать и с ютуберов. То есть и не только те, которые в США, а вообще со всего мира. Не слишком ли жирно, а? Как думаете? Новость, естественно, плохая. А что у нас дальше? Третья новость относительно хорошая, наверное. Помните тот ролик, который посвящался разоблачению Аркадия 21, который бесстыдно выдавал украденное прохождение консольной версии «Когда сидит соседа» за свое творчество, которое, на удивление, очень много-много людей у него посмотрело, и реально никто не клюнул на то, что это... Ну, почти никто не клюнул, что это лжепрохождение и все такое. Мы с вами его в том ролике рассекретили, и это разоблачение все-таки дало результат. Сейчас, если зайти на канал Аркадия, то можно увидеть, что он теперь совершенно пустой, и на нем ничего нету. Видимо, Аркадий тоже посмотрел наше разоблачение и решил, что раз все знают, то позор лучше все-таки с канала убрать. Прохождение это было еще, лжепрохождение, извиняюсь, было записано еще в 2016 году. И помимо него там и другие видео, некоторые видео мне даже понравились. Были интересные видео, а потом в 2017 году
Он решил уйти с Ютуба, но перед тем, как это сделать, он удалил видео все видео с канала. Непонятно, зачем он удалил все видео с канала. Если я когда-нибудь уйду с Ютуба, хотя я думаю, что это будет очень-очень не скоро, я видосы удалять не буду. Обещаю. А вот он удалил абсолютно все. Но в 2018 году у себя в группе ВКонтакте он объявил о том, что возвращает доступ к этому лжепрохождению консольной версии КДС соседа. Как он говорит, вспомнить старые добрые времена. Да, я-то вспомнил, как ты, Аркадий, своровал прохождение и выдавал за свое. Еще и меня заблокировал за то, что я тебе пытался всякие рассекретить и все такое. Ну так вот. Прохождение, доступ к нему возвращен, однако найти это прохождение было все равно трудно, потому что Аркадий сделал так, чтобы его канал не показывался в первых строчках, убрал из рекомендованных каналов, так сказать, его. То есть я даже, канал у него Apple's TV, последнее название было, я пытался в поисковике прям Apple's TV набрать, в первых строчках вообще не было этого канала. Найти его очень было непросто. Но я все-таки нашел. Сейчас, уже после нашего разоблачения, все видео исчезли. Видимо, разоблачение подействовало. Новость относительно, наверное, хорошая. Все-таки, мне кажется, надо избавляться от таких лживых людей. Ну что ж, и последняя новость на сегодня, это тоже плохая новость. Помните очень крутой мод, который мы с вами снимали, когда с соседа неудачный круиз? Очень классный мод, прям очень классный. Очень классные уровни, очень классные пакости. Все прям офигенно. Я очень надеялся, что выйдет когда-нибудь полная версия, и мы с вами ее пройдем. И просто насладимся ею. Но, увы, нет, этого не будет. Автор мода заявил, что прекращает разработку этого мода. Почему, я пока не узнал. Возможно, он устал, так же как Monkey, который тоже остановил разработку крутого мода Mix. Как он мне сказал, что он устал его делать. Что касается неудачного круиза, пока я не знаю. Может быть, какие-то проблемы при разработке серьезные там возникли, может быть, что-то еще, другие там сложности и так далее. Ну, в общем, как он сказал, больше обновлений не будет. Эх, очень печально. Очень печально. Очень печально. Прям вот очень печально. Ну что ж. Такие вот сегодня у нас были новости. На следующей неделе не теряйте меня. 21 июня уже выйдет новое видео. По крайней мере, я очень постараюсь его сделать. Какое именно видео будет, пока не знаю. Но будет. Ну что ж. На этом на сегодня все. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока, увидимся на после следующей недели.